Болгария встречает дорогих гостей, советских героев космоса. На Софийском аэродроме руководитель болгарской коммунистической партии и правительства. Приветствовать Валентину Терешкову и Валерия Быковского пришли тысячи жителей столицы Болгарии. Советские космонавты прибыли в Софию в канун национального праздника, 19-й годовщины социалистической революции в Болгарии. В своем приветствии Валентина Терешкова сказала: сердечно благодарю Центральный комитет коммунистической партии вашей страны, ваш народ, за приглашение посетить вашу страну. Мы очень рады, что наша поездка совпала с великим вашим национальным праздником. Еще раз разрешите выразить вам большую благодарность за приглашение. Пожелать вам всем доброго-доброго здоровья, много-много счастья и от души поздравить с большим праздником. Этот день всенародного ликования был ярким выражением искренней дружбы к великому советскому народу.